турнир по футболу на Кубок Алупа проводится уже 7-й год подряд. К игре команда готовится основательно. В итоге матч проходит достаточно напряженно, и заранее никто не может спрогнозировать победу. В этот раз на футбольном поле Алупа встретились две команды. Городская «Локомотив», в составе которой играли ветераны «Спидвея», и сельская «Алупа». За всеми перипетиями с интересом наблюдали местные жители, которые пришли поддержать своих игроков. Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу «Алупы». Но второй прошел с явным преимуществом городских, которые уже на первых минутах смогли забить 2 гола. А в итоге игра завершилась уверенной победой «Локомотива» со счетом 4-1. Городские там, конечно, они постоянно физическую форму поддерживают. У нас и сельские жители, просто катастрофически не хватает времени, кому хозяйство, кому работа. Поэтому нам идея с Володей такая пришла мысль, и мы ее, в принципе, воплотили в жизнь. Я думаю, что всех мы порадовали, и жителей своих, прежде всего, молодое поколение посмотрело, что мы еще, хоть и старенькие, но мы что-то еще можем. Ну, а в целом, я не знаю, судите сами, сложилось этот вечер или нет. Я думаю, что он, по моему мнению, он сложился. В составе «Алупы» был замечен заместитель председателя Калупской волости Айвар Рощевскис. Он с удовольствием взял на себя обязанности защитника и сыграл очень даже неплохо. Хотя, конечно, результат его немного огорчил. Но что уж тут поделаешь, побеждает сильнейший. Очень прекрасно и очень отлично. Спасибо нашему спортивному организатору Саше Бабишевичу и Владимиру Рыбникову, что они собрались и провели такой приятный такой матч между ветеранами города лучшими и лучшими ветеранами Калупской волости. Я думаю, что побеждает всегда в спорте сильнейший, но в этом случае мы за здоровый образ жизни, который мы хотели тут показать и своим жителям, и своему молодому поколению, что старики еще что-то тоже могут. Депутат Даугавпилской городской думы Янис Лачпилисис защищал цвета «Локомотива». Сейчас многие могут задаваться вопросом, а какое отношение он имеет к ветеранам «Спидвея»? Самое, что ни на есть, прямое. Достаточно долгое время Янис Антонович возглавлял наш спидвейный клуб. Под его руководством команда попала в первую польскую лигу. И лишь его назначение на пост мэра заставило экс-градоначальника отказаться от должности президента «Локомотива». Поэтому нет ничего удивительного, что он сыграл этот матч в составе ветеранов «Спидвея». Причем Янис Лачпилисис достойно смотрелся на поле в качестве полузащитника. Кубок Алупа – это легендарный турнир. Много раз про него слышал и очень рад, что наконец-то удостоился чести и принять участие. Поэтому не найти время нельзя. На своей сегодняшней игрой довольны? Ну, хорошая погода, можно побегать. Игра завершилась. По словам футболистов-любителей, они получили заряд энергии на год вперед. И в следующем году им вновь предстоит встретиться на футбольном поле Алупы, чтобы в очередной раз побороться за Кубок Волости.